хочу рассказать, как огрузить и промерить глубину на плоский поплавок. Вот классическая оснастка распределения грузил при плоском поплавке. Это основные грузила, подпасок, второй подпасок и поводок с крючком. Достаточно длинный, порядка 30-40 сантиметров. Вот. Существует две тактики ловли на поплавок блинчик. Это либо мы ловим на абсолютно жесткую придержку, либо мы ловим на придержку, ну, с небольшим проплывом. Вот при ловле с небольшим проплывом мы этот глубомер цепляем на подпасок, который самый ближний к поводку. И измеряем глубину таким образом, чтобы антенка нашего поплавка была заподлицо с уровнем воды. И, соответственно, на дне будет только один поводок. При такой рыбалке мы можем делать небольшие придержки и делать проплыв. Вот. Если мы хотим ловить на жесткую придержку, то глубомер мы цепляем на второй подпасок. И глубину измеряем таким же образом, прибавляем, ну, соответственно, настолько же, чтобы антенка тоже только прям вот вылезала из воды при промере глубины. И при таком виде ловли, соответственно, у нас на дне будет вот этот подпасок, вот эта часть лески, ну, в общем, вот достаточно большой кусок. Вот. И так мы будем ловить на жесткую придержку. Ну, как правило, рыба клюет крупнее. Специально для программы «Рыбак рыбаку».